Сегодня в Чебоксарах открыли мемориальную доску Станиславу Малютину. Торжественная церемония приурочена к 90-летию со дня рождения ученого. Трудолюбивый, целеустремленный, любящий свое дело. Станислав Романович Малютин – уроженец деревни Пронькосы Чебоксарского района. Окончил исторический факультет Чувашского пединститута. Работал учителем, завучем, возглавлял в разное время ряд сельских школ республики. Потом пришел в Чувашский сельскохозяйственный институт, ныне академию, и прочно связал свою жизнь с экономикой аграрного комплекса республики. Он первым разработал материалы о арендных отношениях, земельных отношениях, ряд тут других разработок. Опубликовал 80 научных трудов, из них 9 монографий, касающихся именно вот развития экономики, села, аграрного сектора, истории чувашского народа и ряд других документов. И до, и после него я не видел такого искусного, такого замечательного преподавателя, который мог самый скучный предмет, самые такие вещи преподнести студентам таким большим интересом, чтобы студенты запоминали и изучали этот предмет. Памятная доска теперь украшает стену дома номер 9 по улице Афанасьева, где долгое время жил Станислав Малютин. Человек, чье имя навсегда связано с развитием сельского хозяйства Чувашии. Рифат Фаткулин, Павел Иритков, Республика.